предлагаю вам для практики использовать три вещи. Это любовь, единение и гармония. Бог – это любовь. Он нас всех любит. Вы должны это осознать. Бог – это единение, потому что Он един. И вы также должны быть едины во всем. Во всем и со всеми. Бог – это гармония, потому что Он есть истинное благо. Он поддерживает гармонию. Таким образом, если вы будете жить в любви, единении и гармонии, вы станете совершенными. Это путь совершенства. Вы должны осознать состояние любви. Вы должны почувствовать любовь. Любовь ко всем творениям. Вы должны осознать единение. Вы должны стать едины, как Бог един. И вы должны жить в гармонии, не злоупотреблять, не возвышаться, поддерживать гармонию во всем, быть в гармонии со всеми вещами, быть ответственным. Все это должны вы в себе развивать. Таким образом, вы должны верить, вы должны четко понимать, если вы живете по этим законам, вы также едины с Богом, и Он пребывает в вас. Если вы будете так жить, то других указаний вам не нужно. Любовь, единение и гармония будет творить вас, создавать вас, преобразовывать вас. Вы войдете в состояние единения с Богом. Вы сольетесь с единым Богом. И вы не ошибетесь, потому что будет Он вас направлять. Потому что Он есть любовь, единение и гармония. И только таким образом вы сможете жить в вечности, в состоянии гармонии. Только таким образом вы сможете пребывать и удержаться в вечности. Только таким образом вы станете единым и совершенным существом. Это состояние любви, единения и гармонии даст вам почувствовать истинное присутствие Бога в вас. Но для этого у вас должно быть абсолютное доверие. Доверие проявляется как вера в справедливость единого Бога. У вас не должно быть ни малейшего сомнения, что что-то, что с вами происходит, происходит не так, как нужно. Вы не должны никого осуждать, потому что Бог также никого не судит. Он лишь поддерживает гармонию. Все, что от вас требуется, это просто также придерживаться гармонии в отношениях с людьми, в отношениях с самим собой, в отношениях с различными предметами. Таким образом, вы сможете пребывать в бытие единого, сущего Бога.